Сегодня обзор для тех, кто делает ремонт в квартире или в доме. Есть вот такая штука, называется кинетический выключатель. Он полностью беспроводной, то есть можно включить свет и выключить свет, нажав просто на кнопочку. Внутри нет никаких батареек, вот так вот он выглядит в открытом виде. То есть электричество производится только от того, что вы нажимаете на кнопку. Ресурс этой кнопки не ограничен, там что-то 40 или 50 тысяч нажиманий, то есть это вечность целая. А для чего это надо? Во-первых, когда вы делаете ремонт, вы не всегда знаете, где вы хотите поставить выключатель. Может быть, дверь будет не в ту сторону открываться, то есть это будет не очень удобно. А вот эту штуку можно просто приклеить на двусторонний скотч, куда угодно, на шкаф, на дверь, на стену, абсолютно в любое место. Плюс таких выключателей к одному вот этому блоку, который управляет лампочкой, может быть несколько. То есть вы зашли в комнату, у вас один выключатель у входной двери. Дальше вы, допустим, легли на кровать, у вас выключатель рядом с кроватью, второй. То есть вы можете одним включить, другим выключить. И проблем вообще никаких не будет. И на один блок можно подключать вот таких вот выключателей любое количество. Это удобно, если длинный коридор, например, или лестница на второй этаж. Не нужны вообще никакие провода, то есть у вас один провод идет на лампочку и все. Вы ставите в разрыв вот этот вот сам блок, который с антенкой, с такой вот. И все. Подключили. Никаких проводов до выключателя. Не надо никаких распредкоробок. Не надо никаких соединений. То есть, где может произойти какое-то короткое замыкание, какой-то разрыв провода, да, или будущий пожар. То есть, очень удобно. Единственный недостаток, что вот дизайн только такой. А так, очень прикольная штука. На один выключатель полностью комплект стоит примерно 1000 рублей. На два выключателя 1500. На три выключателя, по-моему, около 2000 рублей стоит такой комплект. Это дешевле, чем покупать провода, распредкоробки, обычный выключатель. То есть это и по деньгам выгодно, и по удобству эксплуатации выгодно. То есть подключаете, вот так вот раз, и все, у вас включилось. На другой такой же нажали, в любом другом конце участка, дома, квартиры, и у вас свет выключился. Прикольная штука. На примере комплекта с тремя выключателями, давайте посмотрим, что здесь идет. Итак, сам вот этот блок подключается, он очень просто. Два провода на вход, то есть это то, что у вас идет от щитка. То есть просто провод от щитка, без распредкоробок, без всего, просто напрямую заводим, экономим деньги. И два провода идут на лампочку. Такой вот маленький блок, его можно установить где угодно, под потолком, в стене, абсолютно в любом месте. Такая антенка у него маленькая, она может быть скручена как угодно. Дальше идет три выключателя. Белые, стильные, прикольные. Так вот они щелкают. То есть все, не знаю, меня очень устраивает даже то, что есть вот такой вот звук. Проводочки, не знаю зачем. Видимо, просто для наращивания, для подключения каких-то старых контактов. Вот такие вот фиксаторы. Самозакручивающиеся элементы они называются. Их можно использовать при подключении слаботочных всяких светильников, лампочек, люстр и так далее. Несколько комплектов для подключения, для прикручивания к стене самих выключателей вот этого блока. Отвертка. В каждом комплекте вот такая отвертка для того, чтобы вам даже не пришлось ничего искать, чтобы откручивать вот эти вот винтики. И самоклейки. Здесь двухсторонний скотч для того, чтобы можно было приклеить выключатель к обоям, к мебели, к двери, к чему угодно. Не обязательно его приклеивать, да, рядом с кроватью, вы можете его просто на тумбочку положить, например, и пользоваться. Также с помощью этих выключателей можно не только свет подключать, но и можно, например, устроить какой-нибудь домофон. То есть открывать входную дверь, можно открывать ворота, можно подключить насос дренажный или там, для повышения давления и так далее. То есть вообще любое электрическое устройство можете сюда подключить, просто вместо лампочки здесь у вас будет розетка. Очень удобно.